Здравствуйте, хочу вам представить чайную пару, состоящую из кружки объемом где-то 250-300 миллилитров и блюдца. Такой, скажем, полевой орнамент, состоящий из колосьев пшеничных, маков и даже вот шмель присутствует на этих чашках. Чашка и блюдца в одном стиле выполнены. Значит, дизайн Роя Кирхама, Англия, и выполнена из качественного китайского фарфора. Думаю, на подарок или даже так в личное пользование вот эта вот чайная пара. В общем, отличный подарок любому человеку, который любит чаепития и дизайнерские вещи. Спасибо.